Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить, а также настроить режим «Не беспокоить» на вашем смартфоне Vivox Point X503. Для начала мы заходим. Мы не заходим в настройки, мы просто свайпаем шторку, свайпаем еще раз, видим здесь пункт «Не беспокоить», да, то есть если мы просто нажмем, он просто включится. Но если мы зажмем на нем палец, нас перенесет на страничку такую вот в настройках, где мы можем выбрать, на что будет распространяться этот режим, то есть будет ли он распространяться на будильник или нет, на мультимедиа, будет ли в этом режиме звук нажатия, да. Также уведомления, можем поставить специальные настройки, добавить избранные контакты, которые смогут нам дозвониться, дописаться. Также можем поставить длительность на несколько часов, либо же пока мы не отключим. И также можем задать расписание. То есть у нас есть время сна и мероприятие, соответственно, время сна мы устанавливаем сами, мероприятие у нас синхронизируется с календарем. И в это время у нас будет автоматически включаться данный режим. Но мы просто нажимаем «Включить» и видим здесь справа сверху вот такой вот кружочек с горизонтальной полоской. Это значит, что режим «Не беспокоить» у нас активен. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!